Рене Декарт написал: «Чтение хороших книг – это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли». 6 сентября в России отмечают День чтения книг. Для любого человека, который любит читать, книга – это окно в другой мир. Книга открывает нам новые знания и новых людей, соединяет разные цивилизации во времени и пространстве. Рубину люблю. Женские вот эти, Устинову люблю. Жизненные люблю. Детектив, всякие разные. Классику, в принципе, тоже неплохо, Бунин. Сейчас я перечитываю иногда что-то старое, что я очень люблю. Чехова, даже Пушкина. И сейчас очень много интересной, новой литературы. Мне нравится много жанров. Нравится фантастика, нравится классическая литература и русская. Собственно, нравится и американская классическая литература. Читаю немножко по воспитанию. Здесь еще Толстого читала, Анну Каренину понравилось. Для многих людей чтение – это любимое хобби. Благодаря книге мы расширяем кругозор, развиваем творческое и аналитическое мышление, а вместе с героями художественного произведения еще и учимся жить. Человек, читающий, себя чувствует намного увереннее в любом обществе и коллективе, потому что он способен поддержать разговор и поговорить на совершенно разные темы. А когда мы интересны, и когда мы собеседнику, как-то цепляем собеседника, конечно, мы чувствуем себя намного увереннее. Чтение оказывает и терапевтический эффект. Врачи и психологи утверждают, что читающие люди меньше подвержены стрессу, они более спокойные и уверенные в себе. Но в современном мире книга переживает не лучшие времена. Различные гаджеты и современные технологии вытесняют бумажные страницы. Если еще 30 лет назад книга была единственным источником информации, то сейчас она, конечно же, конкурирует с другими источниками информации. Мы с вами живем в диджитал такую эпоху, когда чаще в руках держим мобильный телефон, нежели книгу. День чтения книг – это хороший повод отвлечься от повседневных дел, почитать в спокойной обстановке или просто пройтись по книжному магазину в поисках интересной книги. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.